Уборка кукурузы, нарыхтовка кормов и сяўба озимых. У сельскохозяйственных предприемствах Гомельской области протягиваются полевые работы. Правда, их темпы часом вельми значно отрозниваются, что перешкаджает господаркам выполнять все агротехничные потребования у оптимальные термины, высветляли наши корреспонденты. Дадзеные Минсельгаз хорошо свечать. Озимые культуры на Гомельщине посеяны крыху больше, как на 70% площади. При иснувших темпах полностью эти работы могут быть выполнены недзе праз 8 дзён. Гэта у сярэднім, у некаторых гаспадарках план па сяўбе азімых нават перавыканалі. Наше предприятие с этим заданием успешно справилось. Исходя из организованности работ, наличия исправленной техники, наличия горчосмазочных материалов, которые не повлияли и ввиду сложившихся погодных условий, выполнено на 100%. У господарцы кажуть, что причина поспеховой работы строгая и, что не меньше важно, своечасовое выполнение усіх агротехничных потребований. Плюс наявность сучасной техники. У Завидовским такие посяўны агрегатны были у минулом годе. Его конструкция дозволяет проводить сяўбу одночасово с унесением минеральных удобрений. Это значит, что литерально кожная гранула трапляет до насения. Что такое захование технологии, можно мерковать по палетках, где зимы уже узышли. Коли зимой не будет неких надзвычайных природных катаклизмов, у нас в наступном годе можно различивать на добрый урожай. Еще одна складающая будущего поспеху – нарыхтовка кормов. Непосредственно у Завидовским уже створены больше как полугодовый запас, что гарантует стабильное развитие живелогадоули с отповедными доходами и ростом зарплаты. Не глядя на то, что у господарцы она значно вышейшая за среднюю по районе, у наступном годе ее плануют повелишить. Иншая справа, что платить незаробленные сродки никто не собирается. Вытворшая дисциплина у Завидовским давно является прикладом для инших. Ставление до працы бодай одна из головных причин поспеху и неудач сельскохозяйственных предприемств. Плюс наявность техники. У некоторых господарках она эксплуатуется больше, чем по 15 годов. Отсюль частые простои и немогчимость провести работы у оптимальные термины. До 10 часов сегодня был дождь, до 10 часов простояли. Вот к обеду вышли все с севом. Сдерживает погода. Ничего больше такого сдерживающего. Ну, это то, что поломки техники сдерживают это все. Техника, скажем так, 50% износом. Большинство техники 50% и более амортизационного срока она отработала. Поэтому, да, понятно, каждый день есть какие-то вопросы. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Добружский район.